1, 2, 3, 4. Проверка микрофона. Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас очередная серия продолжения производства грузового эвакуатора моего по прозвищу Бедолага, так как его уже делают 2 года в компании Тяни-Толкай. Об этом у меня есть куча предыдущих роликов где-то здесь. Сегодня 12 ноября 2020 года. Давайте поедем и посмотрим, что происходит на сегодняшний день. И пока я еду, вам небольшой кусочек, который я записал 5 ноября, чтобы для сравнения, что было 5 и что 12 числа, там спустя 7 дней. Так что погнали, посмотрим, что же все-таки на сегодняшний день у нас интересного происходит. Суд нам еще не назначили, кстати, но ждем с нетерпением. Погнали. Еду навестить бедолагу. Позвонил мне Вася, Тяни-Толкай, говорит, приезжай, ящики почти готовы, от пескоструйли. В общем, погнали посмотрим, что он нам там приготовил. Так, проверяем, загрунтовали, от песка строили. Ну что, товарищи, мы на месте. Надеюсь, вы сейчас зафиксировали, что было 5 числа. Сейчас посмотрим, что у нас 12 ноября. Так, ну, вижу, что все у нас тут, шланги гидравлики не уложены. В принципе, я думаю, ничего особого не произошло. Ну что, господа, я думаю, здесь все понятно. Как сейчас мне ответили, как сказать, не директор, а технолог. Но это тебе так кажется, что мы ничем не занимаемся. Мы вот занимаемся, как вот вы видели в прошлом ролике, но кусочки, отрезки, никого возле машины нет, когда я захожу. Сейчас я опять захожу, опять возле машины никого нет. Вроде как Вася сам занимается гидравликой, но как шланги висят, так и висят. Платформа как приподнята, так и приподнята. Лебедка как лежит на столе, не покрашенная, так и лежит. В общем, если у вас еще остались сомнения, где делать грузовой эвакуатор, если вдруг надумали, то думаю, вам этот ролик пролезен. Компания Тяни-Толкай — это самое худшее, с кем можно столкнуться в этой индустрии. Но будем следить дальше. Надеюсь, нам, думаю, к концу месяца, возможно, назначат суд. Там судья сначала рассмотрит сам первое заседание, ну, может, в связи с пандемией или еще что-то. Далее сделает выводы и назначит, пригласит стороны с своими заключениями. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был Вальдемар. До связи.